Вы, наверное, подумали, что все, дождь. Уже не выйти на улицу, пасмурно, грязно. Нет, дождь закончился, вышло солнце, тепло, хорошо, везде сухо. Идем кататься. Слева от меня находится городской сад, здесь же колесо обозрения, прудик, ротондочка, аттракционы для детей. Приблизились к началу улицы Красной, центральной улицы в Краснодаре. А мы только вода. Рядом с лесом. Правильно. Там пески. Здесь у нас тоже есть велодорожки. Это очень хорошо. Но, как вы поняли, они есть мало где в Краснодаре. Такой город может похвастаться своими велодорожками. Так это Альметьевск в Татарстане. Там город приспособлен полностью для велосипедистов. Там даже дорожки зимой подогреваются, то есть они всегда чистые, и люди зимой катаются. Люди совсем не знают, что такое велодорожка, и ходят по ней. Да. Это у нас улица Постовая.
Справа будет гостиница «Латам». Слева поликлиника, больница, межвуз. Место, куда ходят лечиться студенты. Какая интересная велодорожка. Очень интересно, как ее мазали, как красили. Пьяный, что ли, кто-то был. А так, образец. Человек, который я-то думаю, откуда музыка играет. Теперь понятно, что это у нас стереопикник.
не заняты. Нет, ты помнишь, как подъезжать, говоришь?